Однако здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Киберпанк 2077. В прошлой серии мы прошлись по поколению бандитов, опять же, точнее популяции бандитов в местных районах, спасли несколько монахов от надругательств, к сожалению, не удалось спасти всех от последствий. Я прокачал себе немножечко интеллект, немножечко третий глаз, чтобы уменьшить затраты памяти через использование кибердеки. В общем-то, здесь многие приколы будут, я так понимаю, которые сможем качнуть. Плюс я вкачался в хладнокровие и случайно прокачал сосредоточение. То есть я просто тыкнул по нему, чтобы посмотреть, что значит вот этот на уровне 2. Я вижу там кнопочку play, я подумал, что можно ролик проиграть. Нифига, я прокачался сосредоточение случайно. Ну что ж, давайте двигаться, у нас заказ 3G. Давайте почитаем его. Жилой дом на углу Кортес-стрит и Кеннеди-стрит. В этом доме у меня есть квартира. О ней мало кто знает, среди избранных. Я предпочитаю никому не рассказывать. Проблема в том, что одна девочка из тигриных когтей и ее друзья решили поставить на этом этаже, на этаже автоматы патинка. Разумеется, нелегальные чуть ли не у меня под дверью. Это может выйти мне боком. Если тебе кажется, что прятаться лучше всего на виду, то ты ошибаешься. Когда копы пойдут убирать автоматы, они 100% заинтересуются соседними квартирами и увидят то, чего им не надо бы видеть. Мы должны действовать на опережение. Девочку, которая пришла идея с патинка, зовут Тыки Кенмоти, или Кенмоти. Главное, разберись с ней, остальные когти сами поймут, что надо сваливать. Но она звучит, выглядит на самом деле безобидно, эта девчонка. То есть, ну поставили автоматы, поставили. Ну посмотрим, что какой у нее перечень преступлений вообще. Так. Куча всего. Так. Доступа наверху, да? Давайте ломанем. Пык. Кто залезть, интересно? Ой, извиняюсь. Что-нибудь получилось. Да хорош, Ви. Давай на забор. Теперь на трубу. На трубу давай, Ви. А, не получается? Давай, Ви. Молодца. О, найс. Сейчас ломаню антенночку. Почему бы нет? Пригодится. Мне не хватает инты. Все, качаем инту, короче, до 7. Цель сейчас качнуть инту. В остальном, в принципе, я доволен, мне всего хватает. Так и чуваки подо мной, правильно? Так, ты у нас кто? Вымогатель, избиение госслужащего, вымогательство представителей корпорации. Как правильно заметила Евгения в комментариях, нападение на представителя корпорации — это не всегда хорошо. То есть, в моем понимании, нападение может быть, допустим, на оперативника или силовика, или какую-то мразь, в принципе, которых среди корпоратов дофига. Но вот вымогательство вряд ли смогут проявить, как бы выполнить над человеком, который обладает властью, оружием и может, в принципе, дать отпор. Поэтому, скорее всего, над мирными в данном случае происходило насилие. В общем, будем посмотреть. Бандосов мы в любом случае валим всех. Так. Так, этот. Так, так, так. Ты у нас кто? Дракон. Тигриные когти. Прекрасно. Кто еще там есть? На той стороне двое, да? Еще наверх можно залезть. В принципе, оттуда можем всех перестрелять банально. И попробуем развалить именно что по-тихому, как думаете? А, вот и антенка. Можем ли мы ее ломануть? Вопрос. Да, можем. Простая антенка для нас. Так, 55, 1C, BD не можем сделать, но можем 1C, 1C, 55, 1C. Нет, 1C, 55, 1C. Нет. 1C. Итак, 1C, 55, 5. У нас 5, да, всего? Ну-ка, есть 1C, E9.
55 1CBD, правильно? Еще раз. 1C E9 55 1C. Нет, БД не влезет у нас в таком случае. А если еще раз? 1C E9. А если вот так вот? 55 1C. Нет. 1C. У нас вот два старта, да, всего лишь получается. 1C. Тут дофига 1C. 55 1C. БД не получится. Какой у нас БД? БД у нас всего 3, да, здесь? 1C, БД. По логике вот вниз, прийти снизу. 55, 1C, БД будет прекрасно. 1C, Е9, 55. Блин. C, Е9, 55, 1C, БД. Окей. 1C, Е9. Будет горизонтальный после этого, правильно? 55... Ага, ага, сейчас сбежались. Сейчас можем ловить? А, не можем, ладно. Я немножечко облажался. Ну, что ж. Спокойно. Уху, Кэнди Сакура. Краж личности представителя корпорации. Личности! Вымогательство представителя корпорации. Под ней стоит толпы, работорговля. Ну ты, братан, мне не нравишься однозначно. Убийство... А, Тэккенмоти. Убийство, наркодилерство... Фу! Значит, мы убиваем. Однозначно. Так, всего четверо? Давайте запрос отправим. Тот чувак хорошо защищен. Смотрим, есть ли еще кто-то среди местных. Вот, она ушла. Хорошо, хорошо. Того бы снайперки вырубить было бы неплохо. Давайте подождем, посмотрим их маршруты. Вот этого чувака я, значит, буду снайперку убивать в лицо. Значит, все идет. Бьем вот этого, потом вот этого. Она уйдет, вернется. Уйдет же, да? Куда-нибудь уйдет или не уйдет? Я могу с ней что-нибудь сделать? Я могу приманку... Нет, приманку не могу на нее высадить. Могу отправить звуковой шок. Кстати, тебя звуковой шок и оглушит, в принципе, или нет? Вопрос. То есть я звуковой шок на нее бахну, она не заметит или нет? Давайте проверим. Вот такой тестовый будет запуск сейчас. Пускай звуковой шок. Она ничего не заметила, прекрасно. Я считаю, это было красиво. Ты пустой, что ли? Чувачело. Так. Бойский жрец бахромой, прекрасно. Евро-доллары и архивный диалог. Ну-ка. В диалоге будет. Таки Кенмоти, прив, на горизонте большие деньги. Да? Ты не в курсе, что ли? Тони вышел из дела. Ага, в окно, и не по своей воле. Задолжал кому-то. Не платил за патинка, да. Это наш шанс. Тоже приземлиться башкой в асфальт? Нет, его автоматы можно сейчас выкупить за полцены, убили клоуна. А стоп, я перепутал, да? Да, окей. Я бы на твоем месте с ними не связывался. А я бы на твоем месте закрыла пасть. Хочешь до смерти дрочить на брейн-дансы? Вместе со своей тёлкой? Моя тёлка меня с крыши не скинет. Короче, хорош базарить. Берем автоматы, ставим их в мегабашне. И гребем деньги лопатой. План беспроигрышный. Но-но. Ха. Действительно беспроигрышный. Совершенно беспроигрышный. Пульс. А это кто у нас тут разговаривал? Это было... Давайте посмотрим. Чипы...
другое. Такие Кенмоти Кэнди Сакура, да? Джерри Фоллит и Нонторна, вы запомните? Эстера. О, классная, классная штука. Мне понравилось. Хочется хэдшот в лицо сразу. Да-да, Реджина. Очень хорошо. В городе стало на одного когтя меньше. Мне нравится, как ты решаешь вопросы. Заказ закрыт. Окей. Ну окей, ну проблема. Опа, разбой. Рядышком как раз. Не понял. Игра, ты мне дашь посмотреть? Я должен, окей, должен бежать по обеим. Интересно, что это такое тут у нас сейчас идет, как это называется? Туман. Реально, что ли, пыльная буря? Да-да-да, буря, смотрите, прикольно. Красиво. И Nvidia не врали, они действительно улучшили... Блин, чуть не убило. Действительно улучшили производительность игры. Опять Мальстрём? Мальстрём. Эндрю Мур, хранение военных медикаментов. Нойс. А что тут? Гражданский. Зувер. Так, давайте запрос отправим. Такой шок работает, это прекрасно. Ага, еще двое там. Краски живой. Да-да-да. Где-то там еще кто-то ходит. Точно знаю. Спасибо. Живой? Беги отсюда, парень, беги. Ты еще есть. Ага, там точка доступа, окей. Еще один мертвец. Охранник, видимо. Ладно, давайте ломанем бурику. Так, что нам нужно сделать? О, буфер у нас 5. Окей, 1С, БД, Е9, 1С. БД и 9-1С блоки. БД и 9-1С. Еще БД будет тут. Один. Окей. Можно с БД только начать, да? БД. Е9. Ну-ка, если я так вот. БД. С 1С не могу начать. А могу сейчас 55. 1С. БД. Е9. 55-1С. БД. Е9-1С. Нойс. Все сделали. Замыкание. Релесно. А в шмате тела мастеров, которые здесь ходили. Кайкен. Ты кто? Пусто. Вам же хуже. А, еще один безлага мертвый. Мури Куинси. И сумка. Сейчас почитаем диалог. Мур, чувак из медцентра сдал назад. Говорит, это последняя поставка, потом она отвалится. Типа опасно. Фу, блин. Может, если его прижать, он поумнеет? Не, если он от любого шороха срется, ему доверять нельзя. Такие сразу всех сдают. Вывезите его, уберите, только так, чтобы нашу банду не заподозрили. Окей. Не заподозрят. Вы же все мертвы. Кто вас заподозрит? Максдок В2. Неплохо. Кайл и Мур, да? Мур это один из тех, кто здесь был, видимо, да? Ведь правильно? Там был Куинси и Мур. Давай-давай-давай. Диалог, давай. Прикольно, пыльная буря. Кайф. Кайл. Собрал все, что вы заказывали. Цена, как всегда, без скидок. Переходите в конце моей смены и ждите у черного хода. Окей, спасибо. Это последняя поставка.
Начальник стал что-то подозревать. Блин, а чего так? То, что вам продавал, все от пациентов. Я менял им капельницы на глюкозу. Ах ты мразь. Плюс забирал хром у гуматозников, все равно он был им не нужен. Многим стало хуже, кое-кто умер, в общем, понятно. Если так дальше пойдет, меня вычислят. Ага, ну ладно. Фу, блин, а теперь этого урода мы не догоним, да? Мне кажется, здесь много обычных пацанов порешали. На самом деле, неизвестно, кого мы спасли, может быть, не этого. Отнюдь не поставщика. Ладно. Не всегда с бандитами работают... Ими что... Невинные. Так, машины можно покупать. Сюда, а потом на заказ. Во, киберпсихоз, прекрасно. Так, можно ему машину, пожалуйста? Да-да, бегу, милая. Так, нам налево, да, киберпсихоз? Карта начинает почему-то порисать мальца, интересно почему. Фига не видно. Спокойно. Так, спокойно. Двойная сплошная. Блин, скибертон у нас, да? Чувачело. Так, вот. Никого не видим же, да? Рядышком. Никаких разбоев. О! Преступление. Разворачиваемся после пешеходного перехода. Тоже так делать нельзя. Погнали. Эта индийская игра напрягает больше самой жизни. Детская икра, смотрите, тут близнецы сидят, что ли, двое. Шашанк Дубей. Александр Невис. Так, вон там что-то происходит, правильно? Громил тигриный когти, хват заложников, фм-гранаты. Так, давайте запрос сделаем. Сколько у вас там, ребятки? Четверо. Прелестно. Фига их там, конечно. Наверное. Меня там уже знают. Ты вовремя развернулась, милая. Жалко, тени не будет. Давай, выходи, поиграем. А кто меня заметит? Понятно. Урываемся. Эти гранату. Ты живой, мертвый, нет? Куда там испепеливать тебя вообще, чувак? А, понятно, куда я его испепелила. Пил его в ноль. Крочная куртка арктической личи с микропластинами. Выглядит мило, в то же время опасно. Вас не догонят. Дельтовщика зеленая смерть. Полагаю, я мог бы пролезть с другой стороны, да, к ним. Тут по зданиям погонять, они бы расселись. Да в целом пофиг. Развалили уродов, и ладно. Тигриные когти, очередной мусор. Хе-хе-хе! Хорошо себя чувствует явно. Тот человек, который первый раз вернулся, конечно, ей просто не повезло. Она увидела свою смерть в лицо. Так, давайте-ка ломанем монтанку здесь рядышком. Скрипты извлечь. Включаемся. Здесь некоторые антенны можно просто подключиться. А смотрите, их по щитку можно отличить. 1CBD E95555. Окей. E95555. E95555 1CBD. Прекрасно. Пык, и все. Дальше двигаемся на киберпсихоз, правильно? Правильно. Карта почему-то нещадно висит. Ой, мне было почти не больно. Не-не, бирай оружие одной. Мы здесь мирные. А, нет, я снес ограждение, как же так? Шагас в машину. Что это такое?
происходит. Видите на карте отметка? Так вот, так вот. Хм. Закрыто. Окей, как волнуть. Окей. Не совсем понимаю, а что мне сделать с ним можно? Закрытая, как тебя взломать? Я не из дробовика, да. Предметов. Ладно. Давайте гуглим. Секундочку. Так, ну вроде его можно открыть после метки разбоя. То есть, возможно, мы не взяли какой-то этот... Мы не взяли какую-то эту... Какую-то записку здесь на крыше рядышком. Там, где сражались с чуваками. Полоки она должна нас вести туда, куда надо. Да блин, родной. Что ж ты не цепляешься-то? Во-во-во, мы еще не... Не нашли улики, правильно? Да, еще не нашли улики, значит. Действительно. Хорошо, хорошо, что мы не убежали. Там, пойми. Шпандали. И вот, опа, вот комп, кстати. Сообщение, награда. Эдди выбрал место, где мы оставим вам деньги. Высылай координаты и код тайника. Только поделюсь честно, не хватало, чтобы вы там передрались. От Эдди Плоским Итика Агата. Гонорар. Как пожелаешь, моя японская королева. Вообще есть мысль развить наш товар по кабаке в патрульных машинах. Там никто искать не станет. По-моему, гениально, но за это придется доплачивать. Не жадничай, Эдди. Мы справимся, а ваше дело следить за порядком и все. Иди ты вычитал, что в Японии есть королевы. Дебил. От кого-то? Кому-то. Здравствуйте, добрый человек. Я отчаянно для вашей помощи. Мое имя Лависа Кауконин. Я недавно потерял мою работу как комендант на Евробизнес-машины, потому что я была в ужасной аварии последним маем. Теперь мои импланты несовместимы с моей нервной системой. Я потеряла функцию в обоих ногах, правый глаз... И дочь... А, что? Правый глаз и моем левой руки. Хирургия слишком дорогая для меня. Моя дочь не больная, мой младенец слеп и глух. Это моя мечта, чтобы показать ей мир. Но я знаю и не могу позволять лечение для обеих из нас. Я все покорно прошу, что вы малое пожертвование, чтобы купить новые глаза Кироши, и мой маленький ангел сможет увидеть ее мать и сестры в первое время. Я никогда не забуду вашу доброту и щедрость. Лависа Кауконин. Что-то похоже на спам, банально. Теперь поймете за ящиком, который мы видели с той стороны. Ящик, который нужно открыть, взять туда награду. Блин. Ви, салазь. Сползай. Не капризничай. Конечно, все засрано, везде мусор, песос. Так вот. Евро-доллары. Мне кичевая майка фиолетовый дракон. Дракон — это круто, значит, одежда драконами тоже круто. Понятно, в общем, чуваки развозили тигриные когти, продавали наркотики, а патрульные их прикрывали, им деньги, собственно, скидывали в тайник. Мы завалили тигриных когтей, которыми занимались распространением этого дела. Так что все хорошо, замечательно. Говоря, не ты ли? Патрульная. Ладно. Патрульная, значит, патрульная. Ну-ка. Привет, у нас подтвержденный случай киберпсихоза. О нем даже Макс так знает. Только они не приедут, потому что Эмилитех замял дело. Похоже, псих один из их сотрудников. Я бы поставил на лейтенанта Моуэр. Корпорат уже планирует начинать лечение, так что очень прошу, постарайся забрать ее и при этом не убить. Окей.
Милитех, значит. Эмперор 620 Рагнар, обладатель статуэтки «Золотой ремень безопасности» Кёльнской автовыставки 2072 года. И Милитех, да, стоит? Ящик запаса. Еще один чувак Милитех. Ну ладно, Милитех, допустим, я не буду класть пока место. Ой-ой, надо их остановить. По-моему, она сама их завалит. Она их завалила. Почему я в бою? Не понял. Чего в бою? Эй! Да, бойцы Милитеха здесь полегли нормально, знатно. Ну ты подумай. Приказы. Код красный, объект лейтенант Моуэр, уровень угрозы наивысший. В объекте обнаружены симптомы киберпсихоза. Прогноз врача во время телефонной консультации неблагоприятный, лечение невозможно. Объект находится под указанным координатом и ожидает приезда бригады медиков. Возможно нападение из засады. Внимание! Объект вооружен боевыми имплантами военного образца. При контакте необходимо соблюдать особую осторожность. После устранения он правит доклад по зашифрованному каналу связи. Че, тут пацифист остался? Ну ладно, будь пацифист. Я могу обойти это место каким-нибудь методом вообще? По-моему, не могу, да? Это все из-за того, что побежал за Милитехом, чтобы остановить их и не дать убить киберпсиха. Но киберпсих первый убил Милитех. Я недооценил их, недооценил. А, вот второй проход. Там, твою дивизию. Че, не могу собрать, серьезно? Серьезно, не могу, да? С этой стороны. Видимо, только через главный вход. Либо же можно как-то пропрыгать. Спасибо, очень вкусно. Кекс. Понял, спасибо. Подкармливают кексами. Кирпзик там бегает и вид, жуя кекс. Чё, мертвагент Милитеха? Вы, ребят, что, вообще без имплантов, что ли, пришли сюда? Лейтенант Моуэр. Ой-ой-ой, у неё Керезников. Сандовистан. Это нехорошо. И она ещё может невидимой становиться. Чё могу я отметить? Я не успел дать что-то приманку, я ее брал, что ли? Не проверь, милая. Даже не надейся выбраться отсюда. Ой-ой. Ну это ко мне. Мы же не мусорщики. Можешь нас не бояться. Чуваки, бегите нафиг отсюда. Даже не надейся выбраться отсюда живьем. Ну и ну. Кто продает еды, Вит, ты чё? Развернулась. Что, испугался? Кусок говна! Испугался, да. Держит позиции. Что с ней сделать?
Можем драться с ней битой? Это ее вырубит, интересно, или нет? Да что за херня? Синогу отстрелить. Давайте попробуем взять биту. Давай. Вот, возьмем биту. Есть у нее хоть несмертельный урон, интересно. Тимур, есть у бит несмертельный урон? Битой можно вырубить персонажа, а не убить? Спасибо, сейчас посмотрим. Давай. Голова. Такой модификации у меня нет. Ну ладно. Как не, не пролезть? Политическая дубинка, кстати. Вообще, так атаки руны смертельные и может вызвать в течение сюжетности. Отлично. Бегуск оптики, это прекрасно. Про что про нее подумал? Повезло. Она не умрет в воде, это факт. Мартин Сипур и лейтенант Моур. Лейтенант Моур. Доктор ЧП. Доктор на связи. Смотрю данные вашего биомонитора. Пишите свои симптомы. Конвульсии, судороги, не могу отключить импланты. Вас понял. Биомонитор показывает неизбежную потерю контроля над собой в ближайшее время. О господи, пожалуйста, не вызывайте Макс так. Мне просто нужно успокоительное. Конечно, не волнуйтесь, Милитех своих не бросает. Вот адрес направляйте туда. Это тихое безлюдное место, там вы не сможете никому навредить. Мои коллеги приедут и заберут вас в клинику. Через несколько дней вы снова вернетесь к нормальной жизни. Спасибо, доктор, не знаю, как вас благодарить. Не за что. Вы заботитесь о благе корпорации, корпорация заботится о вас. Но тут в приказах было сказано, что ее хотели обезвредить, ведь так, или убить. Ну-ка. Инструкция? Нет. А вот, приказы. Не, Милитех я просто решил убить. Обман, обман, обман. Везде обман. Ничего, милая, тебя вытащит Реджина. Правда, агентов она здесь порешала, конечно. Вагон просто. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять человек она положила. Нифига себе. Ну ты и монстр. Без обид. Я тоже монстр. В определенном роде. Почему здесь было, может, здесь кто не мог пролезть? Это обидно, знаете ли. Может, я могу взорвать? Все, эти мы все сделали? Или ее нужно вытащить еще? Так, разбой. А, да, Реджина намесала. Прислала данная женщина из Милитеха. В общем, она служила у них в спецназе. Видимо, почувствовала, что крыша едет, запросила помощь, и Милитех вместо этого выслал штурмовой отряд. Отлично, машина сейчас подъедет. У меня получилось еще кое-что узнать, но немного. Милитехи не любят, когда под них хапают. Похоже, Мауэр поставили экспериментальные боевые импланты. Может, в коде была какая-то ошибка? Попробую разобраться. Еще раз спасибо, деньги перевела. Вы платите, мы работаем. Все просто. И у нас здесь... Хотя, смотрите, недалеко. Мы лучше через дорогу пробежим просто. Или это на мосту. Что-то задание выполнено. Странно. Видимо, это на мосту. Давайте заедем. Миллиметраж.
подъеме не обгоняем. Вроде не ходил. Хорошо. Так вот. Так вот. Блин. Походу мы реально через улицу, да, просто переехали. Прекрасно. Не, мы поднялись наверх, все-таки наверх, да. Еще покрошим чуваков сейчас. Резать, убивать. Ви сокращает. Блин! Количество бандитов. Всем нарядам поблизости. У нас сообщение о новом нарушении. О, ребятки. Как жизнь? Мусорщик. В принципе, не страшный. Тоже не страшный. Так, давайте-ка, кстати, посмотрим еще дубинки. Сейчас нам снайперка явно не пригодится. Вот дубиночку можно взять и с нее снять модификацию, которая делает ее смертельной. Можем ее снять? На втором уровне, кстати говоря. Я не могу снять, да? Вообще, это такие оружия смертельные. Ну, спасибо, то, что мне не нужно было совершенно. Так, сейчас давайте одному ломаем оптику. Так, давайте на улице сохранимся, ладно. Блин, нельзя сохраниться, ну ладно. Запрос кинем. Ой-ой-ой. Да я тут при чем, блин, дебилы? Придется ментов тоже обезреть, походу. Да, блин, что издеваетесь? Ай-яй-яй, менты, 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 хорош, хорош. Блин, приехал на вызов, называется. Ё-моё. Так, ребятки, идите-ка вы нафиг, окей? Все, все, свалим, свалим, свалим. Чем еще гранат? Отступаем. Не получилось нам участвовать в разбое, участвуем в нем потом. Вот заказ рядышком. Все, свалите, нет, свалите. Еще надо в настройки модов зайти и поставить карту вообще всегда видимую, а то она еще и в бою у меня, оказывается, невидимая. Так вот, применить, окей, спасибо. Блин, преступление? И не проблема. Я промазал мимо решетки, на которую хотел прыгнуть. Это было глупо. Чего? Хорош. Да хорош ты. Робот грёбаный. Ты кто такие, ё-моё? Куда я попал? Почему это здесь происходит? Вот такое попадание в голову еще разок. Кто, блин? Мы его убили или он не умер? Открыть огонь! 4000 урона, прекрасно. Мне кажется, перезагружаться смело, потому что тут Эй, алло, ты где там? Думаешь, где?
Тут и был, блин. А, давайте, наверное, грузанемся, потому что я не хочу с ней воевать. Ммм, 756, когда было? 7 минут назад, ну давайте, пофиг, грузанемся. Потому что я просто случайно вниз залетел, кажется, потому что за мной были менты, я думал, я сейчас спрячусь, а нифига. Понятно, что мы всех убьем, но это вообще не проблема. Мне нравится эта фраза. Если видите Макс так, значит плохо будет всем. То есть реально опасные чуваки. Увидели этого человека, да? Он просто ехал себе. Давайте сейчас быстренько вырубаем чуваков, прям вообще моментально. И зачищаем, ну, чтобы выполнить заказ ментов. До того, как они приедут. Не тормозим, в общем. Это будет быстрый заказ. Быстрый ви. Без тени, без специалистов, скорее всего. Пусть менты их повяжут, то они опять за мной вяжутся. Save game. Я внезапно прибыл, конечно, на точку заказа. Совсем внезапно. Чувак, блин. Посторонись. Лазим. Пык. Пык. Так, перевозка оптики на те. Перевозка оптики. Перевозка оптики. Блин, вы издеваетесь, что ли? Почему не смог я его вынести? Еще один, понял. Он смог. Склад. 4 носителя, прекрасно. Ладно, я мог бы их завалить, но нет. Это левел, неплохо. Хэд сломанный. Циклон, чтобы это не значило. Не успел прочитать. Что такое? Так бы. Нойс. Спасибо. Не будут показывать щиты выносители, пожалуйста. Жарили что тут. Во, склад. В наличии дофига всего, понятно. Стимуляторы. Отлично, объем памяти кибердеки. Прекрасно. Чарльз и Ариф. Чарльз. Ну как, все получилось? Все хорошо? Трындец, я Чумба. Что случилось? Тима и Бориса обнулили. Я же говорил, что там охранник. Охранник, блин, а не двухметровый киборг, мы его еле завалили. Оборудование-то взяли? Блин, я тебя завалю. Взяли. Ну вот видишь, продадим, и у тебя сразу настроение поднимется. Только сиди день, пока все не утихнет. Да что ты несешь? Чувака там сгорела жопа явно. Неспроста, неспроста. В этот раз полиция не успела приехать. Ты че, живой? А, да, мы его вырубили. Да где полиция-то? Где полиция? Поехали на заказ. Точнее, пошли, потому что он близко достаточно для нас. Так, давайте посмотрим у нас... что-то стимуляторов, что это за фигня? Чили памяти... А, ну это что, он на некоторое время, я понял. Это можно, в принципе, потом разбирать, чтобы потом улучшать деку и прочее, прочее. А, мы же можем не прыгать, а просто сходить на лифт. Действительно. Так, можно взломать? Или нет? Или нельзя? О, что такое? Дрон Виверна. Интересно. Что он так летает, сканирует, понимаете? Далеко я убежал, оказывается, в прошлый раз. Далеко, далеко, да. Ой-ой, что-то я заигрался на самом деле. Надо бы заканчивать. Нижний уровень, пожалуйста. Не на самый нижний, пожалуйста. А просто на нижний. Экраны здесь... А, не балованы, смотрите. Ита. Сладости рекламируют. Что такое? Спорткар пользуется наибольшим спросом в прошлом десятилетии. К маю 75 года было произведено 300 тысяч таких автомобилей. Пролесен. Вова, кто это такие? Охранник. Окей, окей, тогда этих есть смысл
не валить, а именно вырубать. Это просто охрана. Это не враги. Давайте-ка с моста посмотрим. Чисто так пройдемся. Мимо крокодил. Блин, прелестно. Киборг. Робот-Р, версия 2. Чуин-охранник. Каукас. Каукас. Журнал «Стахановец» называл автомобилем года в течение 5 лет, поскольку народное голосование на автомобиле получалось 46%. Это отсылка на мем про 46% голосов, подсчитанных где-то в каком-то году, причем в древнем. Опытный охранник. Понял. Уровень запрос, пожалуйста. Там же камера сидит где-то. О, дружный режим. Прикольно. Контроль камерами, пожалуйста. Там еще народ дофига ходит. Рабочий. Еще рабочий. Да-да-да, здесь смотрите, здесь обычные чуваки. Мы их не должны трогать. Ящик. Только вырубать. Вырубать нужно всех все еще, я думаю. Камеру мы сейчас отключим. Дурочный же прикольно, конечно. Ну еще и подходил, я помню. Давайте все дальше с мостатора посмотрим. Вообще заходить лучше с тыла, конечно же. Не со лба. Еще один робот. А можно роботов вообще вырубать по-тихому или нет? А есть такая возможность? Их, наверное, нельзя придушить. Можно Эми. А, кстати! Проверим, можно ли их вырубить. Блин, у меня нет Эми такой, который просто не даст ничего сделать. Он еще снайпер, правильно? Что такое, эй? Я тебя не могу сканировать, да? Просто такой дорогой. И тут дорогой. Слушай, какой-то мощный чувак. Опа, разбой рядом. Так где? Передо мной. Стреляк. А, это пофиг, погнали. Ты меня еще стреляет. Откуда? Ай, обучусь. Героя получили, да? Никого успели завалить, да? Или нет? К сожалению, опять залез просто слишком нагло. Они там кого-то явно старались допросить, чтобы деньги с него стрясти. О, уровень 3. Классиковый шлем. Для тех, кто хочет казаться опытным гонщиком, пролезно. Пробитый жилет Майка Панк. Инжектор с тирозином, уровень 2, киберимпланты. При скрытом обезвреживании увеличит урон попадания в голову. О, прикольно. Прикольно, прикольно. Можно, можно взять. Эван Флейкс и Марта Флейкс. Это вот двое. Получается, только один выжил, да? Из-за нас ее убили. Ну, почему? Да, сохранялись. Опять же. Загрузимся. Но я посмотреть, могу ли я спасти эту девушку. Или она уже мертва, когда я захожу. Такой вопрос. Кочевники делятся на 7 народов. Каждый из народов, включая себя, не успел прочитать. Так, ну осталось же, да, наше выделение все? Осталось, прелестно. Так, окей. Матриарх, ядреные когти. Опасная. Раннера подняли. Лесно. Какая тут милая. А я приманку брал, да? Нет, не брал. Иди проверь. Это что тут за херня?
Инфляцион. Хорошо, ага. Садимся. Ты ничего не заметил. Прекрасно. Вымогатель? А, мы, наверное, убили, кстати, тигриного когтя там банально. Вымогательница. Вымогатель. Хирота Сайки. Сводничество. Еще один вымогатель там. Громила. Давайте еще раз запрос дадим. А вон мирный, да? Бейли Хьюз гражданские. Давайте-ка вот этим вот... Ну, перевозки оптики вот этой дадим. Да блин, попасть в голову можно в какой-то веки? Беги, беги, парень! Ха, повезло мне, что ты рядом оказался. Я уж думал, все, хана мне. Уходи, уходи, родной. Ну, точнее, родной. Ну, уходи. О, так мы подключимся. Смотрим, что здесь. Компания скриптов лишними не будут, понимаете? 1С, 1С, 1С. 1С, 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 окей. 55, 55. С, 1С, 1С, 1С. И давайте так, 1С, 1С, 1С. 55, окей. 1С, 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 55. Иди, дай доллары. А, ага, еще 55. Не проблема. Все, дали героя и тени призрака. Прекрасно, я доволен. Давайте, нашмотаем чуваков. Да, мы же читали, да, только что? А, нет, не читали. Эван Фликс. Жопа, 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 жопа. Я поверил этой легавой, а не Хэмил. Она обещала мне охрану, если я расскажу, что происходит на базаре в Кабуке. Суку. Эван. Я ей все рассказал. Зачем? Теперь легавые не дают мне охрану, она говорит, что не хватает денег, просит прощения, теперь когти меня уроют из-за долбанных копов, они меня убьют, Март, они все знают, я труп! Ну ты дурак, бегом в порт Уэллспрингс. Ты мне поможешь? Не трать время, бегом! Спасибо, 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 спасибо! Я не буду искать в городе, я на твоей лодке! И, видимо, это был другой чувак, они просто хотели гопнуть кого-то из местных, у кого был, возможно, доступ в порт. Дзётера снова, смотрите-ка. Опять же, спасибо, Евгений, за то, что... напомнило мне, что Дзётер это тот урод, которого мы убили. Любитель черных виртов и любитель их снимать. Так, еще посмотрим. Так, вот. Прессно. В матриархе что, ничего не было? Пистолет? Тохли. Еще канал вырубить. Дзётера. Мне наводка от ребят из полиции. Говорят, стучал Эван Флейкс. Знаю его, у него 13 место на базаре. Только он уж куда-то испарился. Отправьте людей в город. Приведите квартиру, семью, все как всегда. У него еще есть склад. Там тоже проверьте. Устройте шоу, что вся улица видела. Без проблем. А, да, помещается Эван Флейкс, которого мы спасли сейчас. Хотя мне казалось, что у него другое имя. Ну да ладно. Интересно, может все зависит откуда-то с другого места, в принципе, или нет. С той стороны. Ладно, давайте уже продолжим в следующей серии. У нас вон впереди какое-то здание от Реджины интересное. Будем посмотреть, что да как. А с ними с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Anyone, anything, anyone, anything.